Здравствуйте, наши дорогие зрители, постоянные подписчики и гости канала «Заметки нумизмата». С вами я, Алексей Шлыков, руководитель нумизматического проекта «Пол Полушкин» и постоянный автор альманаха «Деньга». Сегодня, продолжив серию так полюбившихся вами нюансов и частично развивая далее тему, затронутую в предыдущих выпусках Дмитрием Юрьевичем, мы поговорим о внимательности при изучении имеющегося коллекционного материала, а в целом мы сегодня будем учиться вместе с вами работать с коллекцией, наведем в ней порядок и разложим все по местам. Сразу оговорюсь, в качестве примера мы будем работать в основном с монетами Российской империи. Почему? Ну, во-первых, это тема моей специализации, и мне о ней проще всего вам рассказывать. Во-вторых, она сверхпопулярна среди всех слоев коллекционеров, опытных и только начинающих, состоятельных и не очень. И, в-третьих, она очень сложна. И после ее разбора вам легко будет справиться с любым другим направлением. Итак, у нас с вами есть альбом с монетами, который, ну, допустим, в детстве собрал ваш папа, потом вы сами докупили что-то на рынке или в интернете, а совсем недавно ваш друг или родственник отдал вам за ненадобностью горстку монеток. Пришла пора разобрать имеющееся богатство и разложить все в альбом или планшет. Я за планшет, ну, об этом мы поговорим в другой раз, о способах хранения. Что нам понадобится? Нам понадобится лупа, выбранное нами хранилище, на этот раз вот альбом, и желательно каталог. В зависимости от темы и приоритетов каталог может быть разным. По монетам СССР идеален Федорин. Для современной ходячки вполне достаточно на первое время брошюры Конроса. А собирающим иностранные монеты неплохо было бы обзавестись Краузе. Для Российской империи, несмотря на ошибки и погрешности, как нельзя лучше подходит вот двухтомник Биткина, который сейчас у нас лежит на столе. Конечно, если ваша тема более узкая, то вам понадобится другая литература. По Петру Первому это, допустим, Дьяков, по Петру Второму Петрунин и так далее. Хороших узконаправленных каталогов пусть и немного, но они все-таки есть. Но многие темы все еще ждут своего исследователя и автора. И как знать, может быть, это именно вы, тот, кто сейчас смотрит нас и пытается разобраться в увлекательнейшем хобби – нумизматике. Итак, лупа есть, альбом есть, каталог есть. Можно еще добавить на стол весы и спиртовые салфетки, чтобы аккуратно промокнуть монеты перед закладкой их в альбом. И тетрадь. Кто привык работать с гаджетами, еще лучше. Создаем таблицу коллекции, которая будет расти и пополняться. Берем монетку. Изучаем. Как я уже говорил, в качестве примера у нас Российская империя. Смотрим и заносим в табличку. Номинал, год, монетный двор и знак минецмейстера, если есть. Находим монету в каталоге и ставим каталожный номер. Он покажет и степень редкости, и разновидность предмета. Ставим оценку состояния. Кто имеет опыт по Шелдону, кто нет, просто поставьте оценку по 5 или 10 бальной шкале. Это будет показывать вам, нуждается монета в последующей замене или же нет. Далее можно создать колонку цены, стоимости приобретенной вами монеты. Для инвестирования, да, и для просто понимания рынка впоследствии это очень и очень полезно. Последней колонкой в нашей таблице, в нашем каталоге, будет колонка с заглавием «Особенности». Туда мы будем вносить информацию, в которой будем указывать, чем эта монета отличается от других. А теперь главное. Внимательно изучаем каждую сторону и гурт. Что мы можем обнаружить? Даже на, казалось бы, простой, недорогой монете, имеющей, на первый взгляд, самую простую каталожную разновидность и не отмеченную никакой степенью редкости. Вариантов на самом деле масса. На современных монетах это брак чеканки. Треснутый штемпель, инкус, нарушенная соосность, следы соударения штемпеля – все это повышает ценность монет из обращения, и за такими экземплярами охотятся ценители-коллекционеры. Редки и востребованные монеты, также чеканенные по ошибке в чужом металле или же не на своих заготовках.
На старинных монетах, помимо описанного выше, можно встретить следы перчекана. В имперской меди это отдельная тема, интересная и порой совсем не дешевая. Деньги Анны Иоанновны из петровских копеек, полушки из копеек крестовых, двушки из облачников и арматуры, из шведов, павловский перчекан. Я знаком с нумизматами, коллекционирующими исключительно медные перчеканы. И поверьте, такая коллекция смотрится не менее грандиозно и захватывающе, чем собрание серебряных рублей или там золотых червонцев. Вот в качестве примера простейший перчекан деньги из петровской копейки. Согласитесь, монета завораживает своей особой красотой и эстетикой. Перед датировки года, перегравировки монетного двора и инициалов минцмейстера. Тоже отдельная и невероятно интересная тема в коллекционировании. Встречается на российских монетах как на 18, так и на монетах 19 века. Вот сейчас перед нами такой экземпляр полтины Елизаветы Петровны с передатировкой года. Обратите внимание, монета вдобавок вырублена из рублевой заготовки. Весьма и весьма интересный экземпляр. Ошибки. Ошибки также встречаются как на монетах 18, так и 19 века. Знаменитый рубль Перт вместо Петр, Поатина вместо Паутина, ошибки в гуртовых надписях. Как пример, на ваших экранах крайне редкий рубль Анны Иоанновны с затроенной буквой О. Этой монеты нет в крупных каталогах, но она известна, описана у Полуйко и весьма ценится у нумизматов как редкая разновидность. Вот, господа, мы внесли наши монеты в свой домашний каталог-таблицу, проверили на наличие возможных скрытых редкостей. Теперь в нашем собрании царит полный порядок, и мы уже наметили цель, монету, которая так и просится влечь в линейку уже имеющихся экземпляров. Что ж, пойдем ее искать? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Интересных монет вам в коллекцию. Пока!